Неужели защитники геев и геи-активисты будут проводить у нас в Кыргызстане Майдан? Мы не позволим. На эти Майданы найдутся антимайданы. То есть мы будем стоять. И также на COP.KG, на сайте, эти активисты, другие активисты, да, утверждают, что есть чиновники, говорят, и, которые поддерживают их инициативы. Если, не дай бог, один из наших депутатов Жогорку Кеңеши или один из наших чиновников прозападными мышлениями постарается провести у нас Майдан в Кыргызстане, то мы им устроим эти Майданы. Потому что европейские ценности, американские ценности, мы должны четко понимать, что они вымирают. И мы не должны позволять. Наша страна самая демократичная и самая независимая. У нас есть свои политики, которые будут строить свою, нашу политику. И мы не должны позволять Америке и другим европейским странам вмешиваться во внутреннюю политику Кыргызстана. Вот таким требованием. А сейчас возьмем портрет Илья Лукаша, этого интернет-блогера. Он мне вчера звонил вечером. Он позвонил, он сказал, говорит, Дженгиш, говорит, я не гей-активист, говорит. То, что вышло на блоге по Майдану, говорит, это, говорит, было фейк, от моего имени вышли кто-то другой, говорит. Я ему сказал, я его попросил, я ему дал гарант, что я сам лично отвечаю за его безопасность. Приходи, говорю, на акцию. И перед камерами, перед журналистами выскажешь, скажи, что это был фейк. Он не пришел. Поэтому я сейчас сожгу его портрет. Это будет знак того, что ни майдановцам, ни гей-активистам никому не позволено в Кыргызстане лоббировать интересы других стран. Можно выйти? Да, я сейчас тоже хочу. Кто здесь человек? Скажите, вот ваши сторонники, те, кто... Вы готовы как сильным действиям, я имею в виду, сегодня вы готовы как-то еще Вы передали какое-то обращение в посольство или что? Или просто это... Почему я не передавал? Мы планировали передать обращение официально. Мы не перестали передавать, потому что они не стоят. Потому что это было наше первое обращение. И через систему массовой информации тоже будет считаться как радикальные меры, что активные меры, радикальные, там инструментов очень много. Время покажет. Радикальные меры, это всегда экстремистские меры, экстремальные. Ну, кто как поймет, наверное. Нет, что как поймет, что вы делать будете, то и поймем. Вот, посмотрим. Это будет зависеть от действия государственного департамента Соединенных Штатов Америки, от местных НКО и от европейских стран. Реально,